Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в проект, друзья, unlimitpts.com, записала видео по проекту, ко мне пошли рефералы. Я вчера как член партии просмотрела всю рекламку, 20 рекламок на бесплатном аккаунте Free Member. Вот, ну и все, я просмотрела. Пошла, посмотрела, пришел ко мне кто-то или нет. Пришло несколько человек, пошли рефералы. Ну и закрыла до завтра. Что здесь торчать в аккаунте? Сегодня я захожу в проект. Логин, пароль. Оп. А мне не зайти в кабинет. Ладно, я нажала вкладочку. Я забыл пароль. Ну вот. На что мне... Здесь вот красная вкладочка. Написали, такой юзер не зарегистрирован. Опаньки, думаю, нормально. Значит, я пошла писать в суппорт, друзья. В поддержку. На удивление, мне поддержка ответила. Я этого, конечно, не ожидала. Вот. На что мне администрация ответила, что я типа чикен или чикис, как-то так. А я даже не знаю, что это за слово. Пошла, загуглила. А это, оказывается, означает аферист. Я аферист. Ко мне пошли рефералы на бесплатном аккаунте я. И я аферист. Вот. Ой, не могу. Вот начала я с ним общаться тут. Я ему выслала и свое видео, и свою реферальную ссылку. Как так? Вот. Он написал мне в ответ, зарегистрируйся по-новому, по этим же данным, логин, имейл, как бы пароль, по этим же данным, как бы создай новую учетную запись. Ай. О, Господи, я у всякого навидалась в интернете, знаете, уже думала, и удивляться нечему, но, оказывается, есть, и всегда кто-то чем-то удивит. Вот, я зарегистрировалась по-новому, говорю, ему пишу, возвращай мне моих рефералов, на что он мне ответил, что он мне вернет, как бы даст компенсацию 10 центов. Как собаке кость кинул, мне вот 10 центов перевел мне администратор. Вот, ладно, друзья. Я в шоке. Это, конечно, это ужас. Мало того, что сайт сырой, профиль не заполнить, как бы там какая-то ошибка выпадает в профиле. Вот, видите, 500 эррор. Вот. Так теперь мне не просмотреть рекламку. Я так поняла, что, видите, у меня две рекламки я сегодня просмотрела, и все. А 18 у меня осталось. Значит, ладно, я пошла, когда зарегистрировалась. Как я вам вчера показывала. Вот. На бесплатном аккаунте 0 USD. Я кликнула, подписалась. Видим, да, что у меня подписано. Это бледно, это ярко. Если я вот нажала, если я вот так нажала, должно вот такое окошечко. И я вот сюда нажала, у меня вышло окошечко, я подписалась. Все окей. Просмотрела я две рекламки. И все. На этом мой заработок закончился. Буду ли я работать? Не знаю. Я сейчас вот это видео запишу. И опять пойду писать поддержку. Вам необходимо перейти на бесплатную подписку, чтобы показать объявление с кликами. Я, значит, кликаю. Видим, да, мне не просмотреть. Не дают просматривать. И сайт неплохой проект. Я ничего не хочу сказать против. Но
У меня вот такая фигня, друзья. Вот. Видим, да? А план подписан. Вот, я подписалась. Ну и просматривать мне не дойдут. Вот я это видео ему отправлю, чтобы он посмотрел. Сделала я скриншот вот этого плана, что я подписана. И ПТС АДС я тоже сделала скриншот. Вот посмотрим, что он мне ответит. Даст работать хорошо. Ну, не даст, провались этот проект. Вы же работайте, кто зарегистрировался, если у вас все без помех. Все хорошо. Работайте. Проект неплохой. Стоит обратить на него внимание. Ну и платить, я думаю, что раз поддержка так отвечает активно, и должен платить. Я пока выводить ничего не буду. Я обожду, как будут развиваться события. Вот мне даже вот интересно самой теперь уже. Вот, ну я, конечно, такого не ожидала. Сколько работаю, со мной такое случилось впервые. Вот, ко мне пошли вот партнеры. Я ссылочку поменяла. Я же зарегистрировалась по тем же данным. И у меня, естественно, ссылка такая же, что и была ранее. Вот, ко мне вот еще пришло два человека сегодня. Вот, я отредактировала, где я давала рекламку. В социальных сетях как бы ту ссылочку удалила, эту поставила, хоть она и одинакова. Вот. Ну и на первом аккаунте доступен только один уровень реферальной программы, друзья, 10%. На втором 5%, там посмотрите. Не советую вкладывать, конечно. Я хотела понаблюдать, как он себя поведет, этот проект. Стоит ли продолжать там развивать его, скажем так, да, и вас вполне возможно в перспективе закинуть $10 и прикупить вот второй план. Ну теперь уже я, знаете, что у меня уже нет желания такого. Вот здесь уже 50 ПТС-ок можно будет посмотреть за $10, да. Вот, и это у меня было в перспективе. Ну теперь уже у меня нет перспектив. Вот. Буду работать так. Даст работать хорошо. Ну нет, я его удалю нафиг. А вы работаете, если у вас без проблем, все в порядке. Вот. Проект неплохой. В принципе, на этом все. Всем удачи, почет, заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.